Всем большой привет! Открываю для вас новый влог. Почему сижу так, а не так? Потому что солнце в глаза падает. Многие меня потеряли, со мной все хорошо. Я просто взяла себе небольшой отпуск, решила отдохнуть. Ну и долго думала, продолжать мне снимать видео, не продолжать. И все-таки я решила продолжать снимать видео. Так. Сейчас я приехала в другой конец города, это центральный ГИБДД, мне нужно поменять права, срок моих прав истек, а кому нужно заменить права в 22 и в 23 году, не спешите их менять, вам их продлили на 3 года. Ну, а я алох. На права я потратила где-то 2500, и обратного хода нет, мне придется их менять. Сейчас покажу, какая я была 10 лет назад. Вот такая вот я была 10 лет назад, у меня еще была прямая челка. Ну, наверное, я изменилась. У меня запись на 3 часа, я приехала немного пораньше, потому что я даже не знаю, куда подходить, кому брать номерок нужно еще. Сейчас пойду и начну разбираться. Как говорится, язык мой доведет до Киева. Да. Ну, а потом уже вам покажу новые права. Ну все, девчонки и мальчишки, я вернулась. На получение прав у меня ушло где-то около часа. Вот такая вот фотография получилась. А сейчас я поеду домой, но перед домом я хочу заехать в пункт выдачи заказа Wildberries. Там я сделала 3 заказа. Один заказ точно пришел, остальные 2 жду. Возможно, сегодня придет и второй заказ. Покажу позже. Потом я поеду к родителям. У меня родители топили баню. Баню я не могу пропустить. У них помоюсь, попарюсь. Но только уже потом я поеду к себе на квартиру. У меня немножко поменялись планы. До Wildberries я еще не доехала. Решила ехать уже после родителей. Так как пункт выдачи находится недалеко от квартиры. А сейчас я вам хочу показать свой заказ от любимого Василька. Заказ большой. Мы уже его распечатали. И сейчас покажем вам. Здесь всего лишь несколько позиций. Это спортивный костюм для папы, теплая кофта для мамы. И себе заказала на лето 3 футболки. Так, а это? Так, нет. Получается 2 вот такие вот футболки и леггинсы. Женские, вискозы черные, 42 размера. Для мамы я заказала вот такую вот кофту. Она очень теплая, внутри с начесом. Называется рубашка, куртка женская в цвете изумруд и универсальный размер. Подходит от 42 до 50. Так, эта рубашка-куртка застегивается на пуговицы. Вот такой вот начес. Везде ровные строчки. Петельки тоже аккуратные. Здесь кармашки, это обманки. И снизу есть вот такие вот кармашки. Они достаточно глубокие. Куртка застегивается до самого верха. Большие пуговицы. Раз, два, три, четыре, пять. 6 пуговиц. Курточка в красивом, приятном цвете. Я знаю, что маме нравится. Так же, как и мне. И на мне, на самой, тоже толстовка, которую я заказывала у них же в любимом Васильке. Тоже, хотела сказать, в таком же цвете. Рукава длинные на манжете. И плюс еще тоже застегивается на пуговицу. Вот воротник. Тут кокеточка спереди, снизу. Прошита отделочная строчка. И спинка состоит из кокетки и основного изделия. И по составу шита из футера 3 нитки с начесом. 65 хлопок, 35 полиэстер. Цена на эту куртку 1552 рубля. Далее для папы я заказала вот такой вот шикарный костюм, тоже в зеленом цвете. Но все-таки цвет немного отличается. Этот костюм я заказывала в наборе. Брюки и сама толстовка. Модель называется М. Грей, размер 50, по составу 80 хлопок и 20 полиэстер. У этого костюма большой воротник, и смотрите, как классно он оформлен. Внутри у воротника пришита трикотажная ткань, цвет основного изделия. Снизу у этой толстовки пришита манжета, модель оверсайз, спущенный рукав, и также на самом рукаве тоже есть манжета. У брюк снизу пришита резинка. И также сверху тройная резинка. И, кстати,
кармашки есть, они тоже обработаны трикотажной тканью. Качество на высшем уровне, также с начесом, что брюки, что и сама толстовка. Папа уже видел этот костюм, он ему очень сильно понравился, и цвет, говорит, приятный. Кстати, вот эта вот толстовка, такой же модели толстовка, я ему заказываю уже в третий раз, они ему очень сильно нравятся. И папа, и мама эти костюмы будут носить с удовольствием. А сейчас скажу цену. Цена на костюм 2940 рублей. И на лето себе заказала две вот такие вот футболки в 42 размере. Называются экзотика в цвете изумруд. Вот эта вот футболка. Так. И эта футболка в черном цвете тоже изумруд. Футболки обычные классические, у меня уже были такие. Они немного удлиненные, прямой силуэт, красивая наклейка на груди, рукав с небольшим отворотом, спущенный. Шитый из ткани кулюшка, состав 100% хлопок. И в черном цвете точно такая же, с такой же наклейкой. Представлены они у них тоже в разных расцветках. Есть и розовые, и серые, и черные, и зеленые, и еще. Но мне понравились эти два цвета. К сожалению, у меня батарея садится. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Переходите, заказывайте. Всем еще раз привет, это уже следующий день. Вчера я вам показывала заказ от любимого Василька, и у меня села батарейка. Значит, вчера я забрала свой заказ из Wildberries. От люстры я отказалась, так как там был скол, небольшой скол на самом плафоне. Долго думала, забирать, не забирать, так как сверху этого скола не было бы видно. Но у меня продавец говорил, чтобы я не забирала эту люстру, а заказала новую. Вот, а мясорубку я проверила, она хорошо работает. Вот такая вот мясорубка от марки Bosch. Мощность 3500. Сейчас я ее раскрою и покажу вам. Вот так вот выглядит эта мясорубка. Верхняя часть у нее изготовлена из металла, но так же, как и все остальное. В наборе шел вот такой вот ножичек и вот эти вот насадки для изготовления колбас и еще чего-то, я не помню точно. Ну и в принципе все, мне больше ничего не нужно было в мясорубке, так как у меня есть кухонный комбайн, блендер, ну блендер ладно, не в тему. Но я имела в виду, что мне больше никаких насадок в этой мясорубке не нужно было, а только лишь саму мясорубку. На пункте выдачи я проверила эту мясорубку, но полностью ее не собирала, я просто воткнула розетку и включила кнопку и реверс, вернее и основную кнопку, и кнопку реверс. У меня мотор работал. Потом я приехала домой, ее собрала полностью и снова проверила, да, мясорубка работает. Сейчас, позже я проверю уже эту мясорубку на деле. Еще вчера я с вечера поставила размораживаться мясо в холодильник. И сейчас хочу накрутить много-много фарша. Ну, если у меня это получится. Вот такая вот комплектация у этой мясорубки. Так, описание. Тут не видно. Алюминиевый корпус, мощный двигатель, низкий уровень шума. Так, ножи из нержавеющей стали, съемные алюминиевые детали, изготовленные методом литья под давлением. Большая емкость, легко снимается крышка измельчителя, не скользящие резиновые ножки. Так, дальше. Заменяемые режущие пластины, крупная, средняя и мелкая. Адаптер для сосисок, толкатель. Ну и все. Вот такая вот марка. Ну, хотя тут нарисовано три измельчителя, у меня в наличии пришли только две, крупная и средняя. Совсем-совсем мелкой не было, но ничего страшного. Ссылку на эту мясорубку я оставлю в описании и под видео, кому интересно, можете перейти и посмотреть. И еще для цветка я заказала вот такой вот корм, называется Pro Balance. Заказала упаковку, цена у нее была бюджетная. И как мне сказал ветеринар, по сравнению с кормами Вискас, Китикет, Фрискас и чем я еще кормила? Феликс, то у этого корма состав намного лучше, а цена почти такая же. Так выглядит этот корм, заказывала для котят, в упаковке здесь находится 25 штук по 85 грамм. И если сравнивать по составу, то я своего котенка кормила
Феликсом и Фрискосом. Так вот, здесь в этом корме состав намного-намного лучше. Цветок этот корм ест хорошо, и в дальнейшем, скорее всего, буду заказывать постоянно его. А потом уже перейду на сухой корм тоже от этой же марки. Про баланс. Ссылку тоже оставлю в описании под видео. Насчет люстры я, конечно, очень сильно расстроилась. Я ее ждала и, к сожалению, отказалась от нее. А теперь думаю и снова в поисках новой люстры. А все остальные для остальных комнат я уже купила люстры. Сейчас вам покажу. А еще на кухне у меня появились вот такие вот светильники. Покупала я их из магазина Leroy Merlin. Мне их установил у подруги муж. Кухня теперь у меня стала максимально яркой и светлой. И теперь вот везде-везде видны какие-либо недочеты, которые мне теперь приходится постоянно протирать. Ну а так кухня просто обновилась, и для меня теперь такое чувство, что у меня появилась новая кухня. Эти светильники самые бюджетные, и кнопку включения и выключения мне установили вот здесь вот. Осталось только повесить люстру. Люстру на кухню я тоже купила, сейчас вам покажу. Вчера я еще стряпала пирог, мне подруга давала рецепт, вот. Рецепт очень легкий, но там, понимаете, все нужно было отмерять по ложкам. Это 12 ложек масла, молока, сахара, ну, в общем, все по 12 ложек. Если кому нужно, потом вам дам рецепт. И можно стряпать с любимыми фруктами. У меня в доме оказались яблоки. Сейчас будем пить чай. Вот такую вот люстру мы купили на кухню. Я ее уже собрала, она была не разобранная. Примерно вот так вот она будет смотреться. И мне кажется, что на кухню она отлично подойдет и впишется. Лампочки тоже купила. Ну, да. Так, вот эта вот люстра сыну в комнату. И вот эта люстра, вернее, светильник. Я ее покупала в прихожую комнату. Смотрите, какая она классная. Она мне очень сильно понравилась. Я ее буду использовать вместо ночника, чтобы она включалась от датчика движения. Потому что в прихожей у нас постоянно темно. И мне неохота включать, выключать свет. Иногда я забываю, когда прохожу мимо, там постоянно темно. И хочу, чтобы включался всегда этот ночник от датчика движения. Ну и вот мне остается только купить люстру в эту комнату, где я сейчас нахожусь. К сожалению, Валберис меня подвел. Я уже, скорее всего, не буду заказывать ту же люстру, которую я заказывала, а буду уже искать, наверное, здесь у нас в городе по наличию, потому что я уже быстрее хочу, чтобы ко мне пришел потолочник, чтобы поставила люстры, ну и чтобы вот эту вот кромку. Так, на белом фоне камера теряется. Так, вот везде-везде установил кромку во всех комнатах. Установил, ой, люстры. У меня до сих пор висят трендовые лампочки 21 года. На дворе у нас 22 год. Пора их менять. Сейчас мне осталось разделать вот это вот мясо, оно у меня уже размороженное, всю ночь простояло в холодильнике. Из костей я буду варить суп, а из фарша я решила приготовить голубцы. Показываю процесс, вот столько фарша я уже накрутила, у меня закончилось мясо. Сейчас мне его еще нужно будет нарезать, которое охлажденное уже, и снова прокрутить. Из этого фарша я буду делать котлетки, возможно, сделаю и голубцы. Мясорубка отлично крутит, кнопкой реверса я еще не пользовалась, мне пока все нравится. Котлет я уже налепила, старалась лепить большими, так как мы любим котлеты. Здесь у меня на доске получилось два ряда котлет. Сейчас отправлю их в морозилку. Если сравнивать перемолотое мясо на кухонном комбайне или на мясорубке, то, конечно же, мясорубка не уступает. Отлично все перекрутила. Здесь спит цветочек. Глазик не открывается. Спи, спи, спи. Ой, какой. Какая. Да, вот так вот она спит.
сюда. Вот такая большая рыбка. Клево. О, ес, первая рыбка. Эльмира комментатор. Да. Вторая рыбка готова. Еще одна рыбочка. Маленькая.